Всем здравствуйте, доброго времени суток. С вами я, Ника, и это мой канал «Московские будни». Дорогие мои, я вышла к вам записать это благодарственное видео. Я вышла в сквер. Дорогие мои подписчики, вы у меня самые душевные, самые сочувственные. Я всех вас и каждого благодарю за поддержку, за слова сочувствия. Мне одной было бы не справиться. Я долго думала, вчера выставлять или нет, про сына, но в последний момент решила, что мне нужна ваша поддержка. Я вам настолько благодарна, я не могу передать слова благодарности. Я всем и каждому говорю большое человеческое спасибо. Вы у меня самые лучшие, самые добрые и самые душевные. Кто-то писал в комментариях, кто-то писал на WhatsApp, кто-то писал в Instagram. Везде поступали мне слова поддержки. И только благодаря вам я все это выдержала. В двух словах скажу. Состояние сына стабильное. Он находится под наблюдением врачей. Его капают, он под капельницей. Сатурация в норме. Дают много таблеток. Все как обычно. Бокс большой. Сколько там человек лежат, он не знает. В основном люди взрослые. Мужчина, женщина, женщина в отдельном боксе. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, он лежит в... Это временный госпиталь имени Юдина. Кто москвичи, вы знаете, о чем я говорю. Я хочу сказать о сервисе, который они предоставляют. Конечно, они умнички. Ему сразу выдали косметичку. В ней там средства личной гигиены, зубная паста, станок, салфетки. Ну, все, что ему необходимо. Далее что? Ну, воду, конечно, им бесконечно дают воду. Там большие стеллажи. Он мне присылал фотографию. Большие стеллажи им дают воду. Ну, ночь прошла. Ну, относительно спокойно часто просыпался. Ну, в общем, он... Я говорю, в общем, как, что болит? Ну, говорит, не могу сказать, что что-то болит. Ну, конечно, больница, может, поэтому просыпался, может, не говорит что-то. Это все понятно. Вчера сознание терял, вырывало его. Ну, сегодня я звонила очень рано, он слабый. Лечащего врача еще не было. Все, что он сказал, я вам уже сказала, но я попросила, чтобы позвонил, когда будет лечащий врач. Передачки давать можно, посещать, ну, естественно, нельзя. Но он говорит, врачи, конечно, все замурованные, только вот с надписями ходят и так далее. Все внимательные, все хорошо. С катетером он лежит, естественно. Ну, почему-то не могли вену найти, 4 раза кололи, ну, с трудом, но нашли. Ну, как-то так. Теперь сегодня мы ждем результат биохимии, результат еще там какой-то, в общем, полный, развернутый, помимо биохимии, еще какой-то анализ крови. Попозже он мне скажет. Ну, пока так. Пока так. Я верю, я надеюсь. Я верю только в лучшее. Я еще раз вам говорю, дорогие мои, любимые, огромное, огромное человеческое спасибо, большая благодарность. Я за всех и за каждого молилась и буду молиться. Я всем вам желаю, вам и вашим близким, здоровья крепкого. Только здоровья и, конечно, удачи. Я всех вас благодарю за то, что вы со мной, за то, что вы пишете и поддерживаете меня. Я всем вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, удачи, конечно же, удачи. И пусть вас всех хранит Всевышний. Всех вас благодарю. Берегите себя. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Ника. И это мой канал «Московские будни». Всем пока-пока. Все будет хорошо.